Чеснок – природный антисептик, который укрепляет иммунитет и используется для профилактики респираторных заболеваний. По количеству витамина С он уступает только лимону. Чеснок всегда востребован на кухне любой хозяйки. Выращивание чеснока – выгодный бизнес, поскольку спрос на него стабильно высокий. Для создания бизнеса по выращиванию чеснока следует арендовать участок чернозема в 20 соток с возможностью полива. Годовая аренда обойдется в $1200. Для выращивания потребуется следующее оборудование. Инструменты для обработки земли – $160. Мотоблок с плугом и культиватором – $500. Емкость для полива грядок – 700. Емкости для хранения воды – 16. Опрыскиватель для огорода – $40. Общие затраты составят $1400. Для ухода за участком достаточно нанять двух работников с заработком $500 в месяц. Планируемый урожай с участка 500-700 кг чеснока. Самой эффективной рекламой станет создание собственного сайта. На его разработку следует выделить $2200. Килограмм домашнего чеснока стоит $2.50. Покупателями чеснока являются кафе и рестораны, предприятия общепита. Прибыль от реализации 500 килограммов чеснока составит $1250. Окупится бизнес за 8-12 месяцев. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.